Никса. Инцепшн на старого Никса. В аквапарк. Никсас Гейда. Судя по тому, что нас везут на обычном электрокаре, шаттл-базе, который в основном используется для того, чтобы транспортировать гостей отеля по его территории, нам ехать недалеко. Сейчас мы это убедимся в режиме реального времени. Заодно и небольшая обзорная экскурсия по территории отеля Rixos Sharm El Sheikh. Сейчас мы на Rixi Club смотрим. 8 номер, 6, 3. И выезжаем на большой бассейн, который в данный момент не сильно излюбили наши туристы, потому что он без подогрева. Сейчас март месяц, довольно прохладно. Вы видите, какое количество лежаков свободно. В основном все пользуются услугами бассейна с подогревом, который находится возле нового рецепта. Мы тогда совсем рядышком проезжаем. Мы, честно говоря, приезжаем, не знаю, сколько займет путь к Сигейту. Сейчас мы просто ездим по территории Rixos'а, Sharm El Sheikh. Сейчас мы будем проезжать индийский ресторан Тадж Махал. У нас тоже есть видеообзор. Довольно-таки интересная обзорная экскурсия по территории Rixos'а Sharm El Sheikh. Ну, вот мы выезжаем на пляж. Смотрим, вот так вот обрезаем пальмы финиковые. Прикольная площадка. И мы на пляж. Даже ветер и почти никого нет. Висит красный флаг. Это означает то, что вход в море запрещен. Из-за повышенного ветра и больших. Катрин! 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 Наконец-то мы выезжаем с территории. А, вот ты сейчас скажу пару слов. Это турецкий ресторан. На это постсоветские пережитки счастливого прошлого. Можно тут еще найти какого-то туриста заезжавшего. Туи Magic Life. Magic Life.
я сгинул, шрамы какие-то а-ля пиздец. Смотрим сюда. Газона кактус. Кайт все, да? Правильно. Что здесь? Это вообще что, частные дома, да? Виллы, виллы, да? Обеспеченных египтян. Опознавательных знаков. Ну какая белая дача, да? Rixos Security. Точно, мы попали на территорию Rixos Security. Белая дача, то Юлькина не зарегистрована. И мы уже на территории Rixos Security. Посмотрим, как выглядит территория. У нас не везут центральными улицами. Куда-то отвозят. Нормально, да? Все, я уже мокрый, можно ехать переодеваться. Это был, видимо, какой-то подземный переезд. А это, наверное, уже другой отель, да? Не, он все эти значки Rixos'а, видишь, на этом на стекло? Не обратил внимания.
структура поменялась в корне. Старый Рик, что новый Рик. Обещали, что сидит по... Супер вилла с Юи, дабл трипл на большую компанию. Пожарная машина. О, запускает вертолет. Вот и пеликаны. Баррикада из шин. Главное, чтобы не поджигали. Каркин. Куда ты его выселил? Все? А когда вы нас заберете? Ну! Так, выходим. За руки не отпускай. Выходим. Ну что, мы отправляемся по путешествию по территории аквапарка Риксос Ша... Нет, Риксос Сигейт. Прошу прощения. Мы приехали только что из Шарма Риксоса. Даже не так, не сильно удобно их называть. Риксос и Риксос. Сигейт и Шарм. Будем так отличать. Каждый раз выговаривать мне, это неудобно. Ну что, идем. Вот, вот она зона приезда. Не знаю, насколько часто тут в летнее время приезжают и насколько много автобусов. Ну, на сегодняшний момент мы чуть ли не единственные в этом аквапарке. Как раз идеально для видеосъемки. Никого нет, никто не мешает. Ну и однозначно, все-таки аквапарк — это летние виды развлечений. Как известно, Египет славится своими относительно свежими ветрами. И сейчас в марте мы это ощущаем. Вы поняли, я иду в толстовке вообще. Настолько некомфортно ходить тут в футболке в марте месяце. Пройдемся, смотрим. Комментировать вряд ли излишне, потому что вы видите все сами. Карусели. Это небольшое колесо обозрения. Это инсталляция, которая сейчас модно, ее почему-то используют везде, очень часто. Не знаю. На вкус, на цвет называется. Мы ее часто видим в разных отелях. Вообще в использовании ландшафт. Продолжаем, смотрим. О, да, ведро! Огромное ведро воды вылилось. Но сейчас мы доберемся. Есть подозрение, что вода без подогрева. Поэтому и посетителей тут не так уж и много. Сейчас попробуем. Отмывает, есть шезлонги. Сидит Шарм. Вот такие вот акулы, рыбы нас встречают. Видимо, какой-то венецианский канальчик. Наверное, скорее всего, здесь можно поплавать на каких-то надувных плавсредствах. И горка. Мы ее часто встречали тоже. Так, посмотрим, что тут у нас происходит. Отовсюду льется вода. Вот такие горки. О, и с этой горкой мы знакомились в Альбатросе. Есть у нас обзор этой горочки.
ребята, большая горка. Такой мы еще, по-моему, не встречали ни в одном отеле. О, нам рассказывают, что где-то тепло. Да? Какие? Вот это, да? Помни, сколько сантиметров? 120? А там с подогревом теплая вода? Вода там? Да. Там можно кататься. Вот так, видите, есть все-таки и горки, и бассейны. Если там люди, то зонтик уже.